Осень – самое благоприятное время для посадки новых растений. Очень важно, чтобы кустарники и деревья были адаптированы и приспособлены к нашим климатическим условиям. На выставке вам не только подберут хвойник или ягодник, но и дадут рекомендации по уходу. Также здесь большой выбор цветов – розы, лилии. Подмосковная осень в самом разгаре, а значит, пришла пора ярких красок и не только в природе. Участники представили новую коллекцию верхней одежды, головных уборов. Здесь и красный, и желтый, и темно-зеленый. Разнообразие цветов и оттенков насыщенной осенней гаммы. Выставка «Подмосковная осень» традиционно проходит в два этапа. 10 сентября стенды откроют новые участники. Узнайте больше о современных разработках и достижениях отечественных производителей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».